Дамы и господа, сейчас с вами поздоровается Лена! Давай! Ужасно звучало. Да, я знаю. Давай, здоровайся. Всем привет, меня зовут Лена, его зовут Лёша. И сегодня мы будем играть в Saints Row. И не просто в Saints Row, а в Saints Row... Дополнение, четвёртой части Saints Row, которая называется Get Out of Hell. Это одна из, наверное... наших любимых игр, да, Лена, Saints Row 4, потому что там можно творить всякую хрень. Мы очень любим игры слегка сумасшедшие, и вот наконец-то мы добрались поиграть в дополнение к этой игре, мы его очень ждали, и надеемся, что оно не разочарует не только нас, но и вас. Поехали. Не слышно. Да, конечно, у меня разрешение экрана 1600 на 600. Вперед. 720 на 480 отлично. Нет. Поставь полный экран. Окно без границ. У нас тут выяснилось, что... во-первых, у нас выяснилось, что Open Broadcaster вообще не может писать почему-то эту игру. Он падает в страшные лаги и вообще... Поэтому писать буду я со своей видюхи через NVIDIA-вскую программу специальную для записи. А Лена не будет, потому что у нее достаточно старая видеокарта, которая не тянет. В общем, вот как это. Парам-парам-пам. Да. Печально. Совместная компания. По сети игра в ЛС. В ЛС. Новая игра. Что там, по сети или в ЛС? Нормальный. В ЛС. В Лос-Сантос. Должна будешь найти меня. Параметры совместной игры. Огонь по своим. Будет у нас огонь по своим? Конечно. Да? Но. Полный, слабый? Слабый. Отлично. Я так понимаю, что мы будем играть за Кинзи и Кета? Да. Красота. И мы начинаем игру в Saints Row Get Out of Hell. Красота. Прекрасная стилизация под сказку. Однажды в далекой стране жил такой исключительный человек, что на него вынуждены были обратить внимание божественные хозяева рая и ада. Этот человек был настолько опасен, что мог поставить сатану на колени, и настолько бескорыстен, что сам Господь поднял бровь от удивления. Как это случилось? Ладно, все началось на одном особенном дне рождения. Одной очень особенной молодой леди. Ей! О, у тебя твоя азиаточка. Да, моя прекрасная девочка-азиатка. А у меня моя красная шипалка. Девочка, которой я прошел основную кампанию. Кинзи спрашивает, в какие игры мы будем играть? Что здесь веселые игры происходит вообще? So you celebrate birthdays by trafficking with spirits? It's spooky and fun. Да, они что? Они празднуют день рождения, общаясь с духами. Не соблаговолит ли президент Бог император повелитель всего живого выбрать достойного партнера для общения? Нет. Иезавель? Кто это нахрен? Меня похитили! Что? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Верная своего слова, доска для спиритических сеансов открыла другой портал и отправила Джонни и Кинзи прямо вот. Это мило. Наверное, да. Теперь мы в аду? Да. Почему этот ад похож на местный филиал Saints Row? Итак, нам нужно украсть автомобиль. Shift плюс E. Быстро угнать транспортное средство. Я вижу машину. Отличный привет. Я нашел прекрасную машину просто. Просто машину мечты. Hellbat. Садись, что ли? Шикарная машина.
Машина мечты. А что это за... Кто это вообще такие? Это какие-то... Парень, ты... Тут есть карта. Ты в норме, чувак? Воу, да тут есть карта. Штаб-квартира. У меня, по-моему, аллергия на... Ты знаешь, что за молнии бьют? Мне эта карта напоминает карту из Бернаута. Поехали, нет? Тихо, я истребляю гулей. Не мешай мне. О, какие-то чуваки приехали с пушками. Ух ты, мотоцикл. Я возьму мотоцикл, если никто не против, и поеду. Хоп! Я поеду. Ты чё? У нас новая машина. Ух ты! Спасибо, что сбил меня. Пожалуйста, да, дорогая. У меня почти не осталось здоровья. Да? Что? Что ты сказала? Что ты сказала, солнышко? Хватит меня сбивать. Что ты сказала, Леночка? Что? Хватит по мне ездить. Залезай, говорю. Я не могу залезть, потому что ты по мне ездишь. Ты понимаешь это, нет? Так, давай мы не будем падать в лаву. Прямиком мне в это ад. Не понравилось. Тебе не понравилось? Нет. Давай я буду твоим штурманом. Нам нужно в штаб-квартиру Ультор съездить. Ну вот я так и знала. Я не хочу умирать. А почему мы не погружаемся в лаву? Вот, да. Нет. А я смотрю, вот так погружаюсь. Открыто достижение. Да? Да. Achievement unlock. Воу! Ай-а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 й! Горячок! Нет! 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 Ой, как неудобно управлять левой рукой автомобилем, это просто вообще. Такси! Стой! Где ты вообще? Такси! Такси! Отлично, поехали. Лена ведет машину. Давайте посмотрим, как мы выявили... Как у нее это получится? Из Бернаута, что я не умею водить такси, что я в принципе не умею водить. Ой, у меня есть теперь лавовая пушка. О, смотрите, там едет горящая машина. Уже не едет. Ух ты, какая машина! Берем? Да, я хочу ее. Смотри, вот этот какая парень явно по нашей душе. Какая машина! Это девушка! Здравствуйте, девушка, можно? Что такое? Какая офигенная машина! Лена, у меня заложник, подожди. Лена, вернись. Я девушку нашел нам. Ну, клево. Иди в машину. Вот я. Будем развлекаться. Я веду ее. Возьми ее, дорогая. Держи. Блин, она, по-моему... Минотавр называется эта машина. Потому что... Ох. Вообще здесь миленько, да. Такое хорошее местечко. Да, не так тут плохо, как я думал. Даже что-то напоминает Стилпорт. Ну давай. Все в порядке. А ты тоже там летишь где-то? Да. А, вон, я видел, как падает Лена. Леночка. Шикарно. Я догоню тебя. Я нужно догоню тебя, солнышко. Нужно взять новую машину. Как Кинзи ужасно бегает. О, блин, нет, машина, не дави меня. Это же скорая помощь. Почему она меня давит? Потому что это адская скорая помощь. Нет! Пока, Леночка. Да. Вот, правильное решение от Джонни Гетто. Что ты, говорит, будешь делать? Ну, я просто приду к Дейну и выстрелю ему в лицо, чтобы он отдал нам босса. А если, говорит, у него нет босса, ну, я все равно выстрелю ему в лицо. Дорогая, ты где? Я взяла машину, и я сейчас буду, наверное. Ух ты, я нашла, кажется, оружейный магазин. Давай мы подождем тебя здесь с моим другом. Блин, я немножко горю. Не страшно? Бывает. В аду такое случается иногда. Да, да, бывает. По-моему, я неплох. Привет, вылезай. Вылезай уже. Пошли пешком. Слушай, это же наша машина. Это машина святых. Посмотри, у нее есть фиолетовое все внутри. Внутри? Внутри. А снаружи все в пепле? Откуда у тебя оружие? И как ты его переключаешь? Колесиком. А, значит, у меня просто ничего нет.
Добро пожаловать в ад! А чё, ресепшена нет? Таково время вечного проклятия. Но, сдается мне, ты тут не просто так. Давай поговорим в моем офисе. Слушай, у него даже офис в аду. Даже смерть не смогла остановить предприимчивого Вогеля, который не стал терять времени и открыл филиал Ультер в недрах ада. Дейн стремился ввести Джонни в курс изменчивой политики, касающейся прав на землю в преисподней. Но недвижимость мало интересовала Джонни, он только хотел узнать, где находится его друг. Куда ты дел президента? Я пытаюсь это объяснить тебе, я его не трогал. Чушь, ты думаешь, я поверю, что это чистая случайность, что ты был первым, на кого мы наткнулись в аду? Возможно, мне это только кажется, но твое спасибо больше похоже на обвинение. Это потому, что он собирается тебя убить. Окей, давайте решим вопрос с доверием. Могу я вам кое-что показать? Президент вызвал больше хаоса и разрушений, чем любая другая личность в истории человечества. Естественно, это же мы. Естественно, сатана захотел, чтобы он женился на его дочери. Им нужен был план, и у Джонни он был. Какой план может быть у Джонни? Я прострелю дьяволу башку. Нам нужно приглашение для того, чтобы попасть на свадьбу к сатане. К дочери сатане. Да? Мне интереснее, что мы обе девушки. Да. Сатана захотел, чтобы мы женились. Если дьявол убьет Джонни, то Ультер получит подряд на строительство, чтобы восстановить разрушенные здания. Если Джонни убьет сатану, то я буду платить меньше налогов. Беспроигрышная ситуация. Сатана поручил повседневное руководство адом 5 архигерцогам. Архгерцогам, господи, ты не знал, как их найти. Но кроме этого, не все обитатели ада были готовы мириться с властью сатаны. Были и другие, которые разделяли стремление Дейна к власти, и магнат Ультера знал, что для свержения сатаны необходимо заручиться их помощью. Но перед тем, как Джонни отправился на войну с князем тьмы, Дейн подарил ему еще один подарок — артефакт, на который он истратил целое состояние. Сломанный нимб Люцифера. Собирай блоки душ, чтобы питать нимб, и скоро будешь летать как ангелок. Супер спринт. Мы можем теперь обгонять автомобили. А полет? Удерживай спейс, чтобы заряжать прыжки и прыгать дальше и выше. Отлично. У нас же был вроде как один нимб. Воу-воу. Ей! Но пока мы можем только прыгать, я понимаю, да? Да. Ей! А, через shift. В воздухе shift нажми. Класс. Клёво. Куда нам вообще? Совершите прыжок. Запрыгните по стене на уступ. Можно прыгать от стены и толкаться. Давайте посмотрим, как Лена взлетает. Да. Пока, Лена. Лена, как обычно, мастер прыжков. Ну да, у меня проблема с прыжками. А что там нужно сделать? Залезай. Привет, наконец-то. Давай, полетела. Твоя любимая, собрать штучечки. Оп. Летишь. Раз, два. А, можно в полете управлять? Можно мышкой управлять, да. Главное вовремя узнать. Ну нормально, я вроде все собрал. Все? Похоже на то, да? Эти смотрят, летят перелетные Лены. Почему она... Что нужно сделать, чтобы она вверх? Мышку повернуть, нет? Если хочешь встретиться с сатаной, нужно привлечь его внимание. Сатана ненавидит, когда ему бросают вызов, а потому тебе нужно делать то, что может подорвать его власть. Мошенничество, переполох, убийство демонов, все что угодно. Все, что ты можешь следить за гневом сатаны при помощи вот этого удобного измерителя. Доведи его до белого коленя и не успеешь глазом моргнуть, как он появится. Я набросал список всяких гадостей, и вот взгляни и выбирай, что душе угодно. Ах, да, еще кое-что. У нас здесь есть потенциальные союзники. Поверь мне, тебе нужно произвести на них впечатление. Ну что ж, цель ясна? Да.
творить беспредел. Смотрите на нее. В полете взмах. Второй взмах. Восстановление. Полет восстановления выносливости. Угу. Ага. Что ты там делаешь? Ты меня бьешь? Что-нибудь еще? Посмотри, что-нибудь еще расскажи мне. Да ну тебя, хорош! Эй, куда ты? Птичка, вернись! У тебя половина хп, куда ты с таким пойдешь? Ты меня сейчас еще застрелишь, да? Спасибо. Да. Иди ты. Лена, что с тобой случилось? Почему ты лежишь и ты в крови? Лена, у тебя, наверное, грипп. Тебе нужно помочь. Давай я помогу поставить тебе градусник, ты померяешь температуру. Все хорошо, Лен? Ленечка, все хорошо? Мы все-таки нашли способ вроде как писать с двух камер. Не знаю, как у нас это получится. Но сейчас мы попробуем, поэтому вот я заново подключаю Лену. Вот так вот. Вот теперь я, наверное, увижу Лену. Лена, это ты? Да, это я. Иди сюда. А что значит вот-вот-вот? А? Что значит вот-вот что? Вот это? Вот. Начать выживание. Да. Но мы выживем? Нет. Есть много способов привлечь к себе внимание сатаны, но мы не должны забывать о классике. Жестокое, грёбаное убийство. Да. Гордыня — это греха в армии дьявола в избытке, так что если ты захочешь затеять драку, можешь не сомневаться, найдется куча желающих. Победите легионы ад. Ох, мать. Где они? Они везде, они всюду. Шкала диверсии возникает, когда вы делаете что-то особое. Например, вот хедшоты вешает, как я. Ты пошла в рукопашку навить? Нет, я пошла на машине их давить. Тоже неплохая идея. У вас там аварии какие-то. Ух ты, есть летающие демоны. Да, вижу, сейчас я их. Да, блин. Что-то я не могу отсюда. А-а-а! Я нашел дробовик адский. Адский дробовик! Он похож на арбалет вообще, честно говоря, больше. Проклятый колосожатель! Отличное название пушки. Это что там за флеш бегает? Что не так? Я за хилочкой нахожу. Ты собираешь оружие другое? Бери и бейся с ними в рукопашке. Знаешь, как круто? С шифта разбегаешься, смотри, вот так. Найди мне врага. Я покажу тебе кунг-фу. Вот, смотри. Оп! Пока я смотрела, меня машина сбила. Красиво-то как! Пулемет, я обожаю пулеметы. Оп! Офигеть! Ручной арбалет с зумом. Ручной арбалет, че? Шикарно! Да! Да, я что-то собрал. Приятненько стало. Ой, тут ее много. Почему-то я не могу выше забраться. Наверное, потому что я криворукая. Именно, дорогая, именно. Бесит. Блоки 6. О, тебе тоже добавилось? Они всем собираются, да. Так, вот смотри, вот такие блоки активируют таймер. Фиолетовенькие? Да. И нужно успеть собрать все их по точечкам, тогда тебе дадут много-много блоков. Ага, вот у нас доступны блоки, а за эти блоки, на самом деле, да, и есть прокачка. Цена на бензин, говорит, пока ничего, 666,99. Омега, омега, омега! Оглобля. Шипастая горящая оглобля приносит новое и волнующее определение в пелену колледжа. Если вы понимаете, о чем я. О, класс, я могу вести девушку на мотоцикле. Ты, может, схватишься как-нибудь? А то я сейчас буду всякие гадости творить. Ух ты, что это за точку? Пошли на точку. Мой адвокат, законник Ли, придумал способ, как заставить некоторых золотых клиентов в кратчайшие сроки убраться из ада. Чем большим издевательством ты подвергнешь этих ребят, тем больше... Я так понимаю, что мы сейчас будем... мучить себя, нырять под автомобили и все такое. Это будет весело. Да? Ты думаешь? Да. Ты уверена? Да.
Лена уверен. А, это, смотри, годы в аду, что ли, или что это? Что мы зарабатываем? Бонус за поджог! Леночка, что-то ты как-то слабенько. Как-то, да. О! Ну, блин. Ей! Смотри! Ты по лаве, что ли, летишь? Я пытаюсь добраться к тебе наверх, но у меня пока ничего не получается. Ты наберешь, да, за оставшиеся 2 минуты на золото? Меня задавил КамАЗ. Так да, будешь, это только точку. Серебро. А на золото ты, 1 200 000. Надо до точки добраться, долететь. Наконец-то меня среспаунило куда-то на дорогу. Просто умирал в разных местах, чтобы... Так, 19 вот. Секунд осталось. Ой-ой-ой. 5, 4, 3. Не сдавайся. Ох, тут был такой взрыв красивый. Нет! Нет! Чуть-чуть не хватило. У меня тут комбы были по 200 тысяч, а ты... Ты посмотри, 13 тысяч. Да. Что я? Что? Что? Я всю игру провалялся внизу, собрал в конце комбу на 270 тысяч. Ну, видимо, ты хорошо умеешь валяться под машинами. Да, профессионально. Итак, эта миссия называется «Спасение». Хорошо, настало время спасения. Сатана при помощи колдовства подбрасывает души вверх, а затем отправляет их вниз в забвение. Вот тут на сцене появляешься ты. Лови падающие души, пока они не коснулись земли, освобождай души, летящие наверх, при помощи чего-то. Но после этого тебе все равно придется ловить их, чтобы они не отправились навстречу со смертью. Главное здесь скорость. Ты будешь получать бонус за каждую душу, которую успеешь спасти, прежде чем она коснется земли. А теперь давай спасем несколько клиентов. Я хотел сказать душ, бедных душ, которые нуждаются в помощи. Все с ним понятно. Он продолжает зарабатывать деньги в аду. Адский бизнес. Да, твою мать. Давай. Да, не просто спасать души-то. Как выяснилось. А, понятно. Ура! Не прошло и ровно миссии, как Леночка научилась. Как раз время кончилось. Я не могла понять, что нужно сделать. Но правда, это непонятно. Тебе все объяснили вначале. Фиолетовых стреляешь, синих спасаешь, подбираешь. Я не читала. А вот это Лена, типичная, причем. Ей! А! Лава-лава-лава-лава-лава-лава. Я прилетел на корабль-призрак. Дотроньтесь до штурвала. Дотронемся? Покинуть корабль на зеленый абордаж! О, какой милый демон. Да, поэтому его надо пнуть. Еще один. Милаха. По-моему, эти милахи... Убери этих сволочей своего корабля, говорит. Блин, они взрываются. О! Да, снайперская винтовка не лучшее оружие против этих парней. Точнее, снайперский арбалет. Оружие лежит. Молот богов? Воу! Ух ты. Хо-хо-хо. Тебе тоже дали? Какой, говорит, невероятно крутой молот. Он заряжается. Правой кнопкой он такой размах делает, а левой заряжается и бьет. Шикарно. То, что ты хотела, дорогая? Да. Он призвал их на службу, а они, видишь, что делают. Сволочи рогатые. Уничтожение земли Дзиньяков оказало огромное влияние на загробную жизнь. В раю начался настоящий транспортный кошмар. Из-за придирчивости Святого Петра время ожидания в чистилище достигло немыслимых сроков.
В то же время в аду, где души и боль используются в качестве валюты для бесчестных предпринимателей, началась новая эра процветания. Это же сестренки. Этот экономический подъем доверху наполнил казну ада, что в свою очередь привлекло внимание человека, пользовавшегося самой дурной славой в семи морях. Черная борода уже давно был занозой в заднице у сатаны, он периодически грабил сборщиков налогов, но перспективы несметного богатства сделали его еще смелее. Была достигнута договоренность, черная борода будет получать информацию о стратегических целях в обмен на доли в прибыли. Джонни, который был заинтересован в убийствах, а не в деньгах, с радостью согласился. Да он опять развел нас на деньги. Да как всегда. Чертов Дэйн. Теперь мы можем вызывать бесов. Это, малыш, переполох. Как раз. Сейчас переполошим их всех, а у нас теперь еще чертики есть. Итак, у меня есть идея, как мы можем привлечь к себе внимание сатаны, и я думаю, она тебе понравится. Разноси на куски все, что возможно. Я имею в виду абсолютно все. Демонов, машины, особенным успехом пользуются зомби. Просто разнеси на куски все это место. Это для Лены задание специально. Лена ничего не умеет делать лучше, чем... Халк. Любит Халк крушить. Ломать, да. Бесконечную базуку нам для этого дали. Сейчас нас куда-то спустили. Ка-ка-ка-комбо! Ей! Комбо продолжается! Я просто ничего не вижу. Что ты делаешь? Ты же стреляешь куда-нибудь при этом? Да. Ой, у меня какие-то штуки в шариках. Еду в какой-нибудь другой район, чтобы... О, здесь много машинок. Серебро есть. Эй! Оно кончилось автоматически. А мы, по-моему, опять не добили золото. Бронза и серебро есть, и опять вот где-то вот посерединочке. Ну ничего, мы скоро научимся. Когда-нибудь. Ты третий уровень? Третий уровень, да. Поздравляю. Что они делают? Танцуют? По-моему, они так радуются. Ну, дружище, давай воспользуемся этой возможностью и расправим крылья. Я проложил по городу трассу для полета. Твоя задача — пролететь через контрольные точки в порядке их появления. Ну, а поскольку я отличный парень, я разбросал сферы, которые, я так понимаю, что дополняют выносливость. Белые заряжают крылья, зеленые придадут тебе больше выносливости. Вперед! Это задание для тебя, потому что сейчас я буду просто фейлиться, как не знаю кто, нет, но я постараюсь. Я очень буду стараться, но... Ну что ж. Погнали. Так. А ты где-то в другом месте, что ли? Нет. Почему-то я тебя просто не вижу. Просто я за тобой лечу. А, окей. Ну ты знаешь, все равно это такая ерунда по сравнению с теми леталками в Лего. Ну да. Ну что ж, серебро тоже неплохо для наших кривых... Опять половина! Ползолота. Наш какой-то традиционный результат для этой игры. Ты сейчас в одном из четырех комбинатов для отбора душ. Здесь у душ, которые должны попасть в ад, отбирают их грехи, а затем их выкидывают на улицу, где они и бродят на протяжении вечности. Только не сделай ошибку, это не имеет ничего общего с великодушием сатаны. Грехи — это валюта ада. Это означает, что эти места — основные источники его дохода. Каждый комбинат состоит из трех секций. Чтобы установить контроль над зданием, нужно захватить все. Только осторожно, приспешники сатаны будут пытаться отбить обратно секции, которые ты оставишь без охраны. Сделав это, ты навредишь сатане, а ультер заработает денег. Беспроигрышный вариант. Я на точке под номером 3.
Я захватил одну. Ты захватила третью, да? Первую, вообще-то. Первую. О, фу, я захватил третью. Я выдвигаюсь на вторую, наверное. Выдвигайся. Так. Я взял точку под номером 2. Вот эти вот летучие парни, они очень суровые. А сколько нужно их продержать-то? Нужно все три захватить одновременно. Я захватываю вторую. Это твой бес? Первую беру. Есть! Выведя из строя отборочный комбинат в кузнице, вы выпустили грешников на улице этого района. Соберите их ради дополнительного заработка. Мы идем к черной бороде. Как мне отсюда выбраться? Там вообще-то стрелочки. Где? Указатели на выход. Да? Да. Прям как в жизни, Лена. В жизни нет стрелочек с указанием на выход. Это что? Я не понимаю, как отсюда выйти, правда? Отличное оружие, комариный пистолет. Люка, я его. О, СВДшечка! Самое время как раз, смотри, за нами тут. Ей! Смотри, это пистолет, который стреляет саранчой. Какая прелесть. Просто красота. Саранчемет. Я слышал, что черная борода на каждом острове спрятал по одному сундуку. Что в сундуках, я не знаю, я же не какой-нибудь там пират. Ну, я знаю, для того, чтобы открыть такой сундук, тебе нужно будет найти три соответствующих глифа. Попробуй увидеть в этом что-то хорошее, ведь на тебя никто не нападет. Ты как-то успеваешь раньше меня? Называется руки. Вероятно, потому что меня лагает. Взяла? Да. Я открыла сундук. Что в сундуке? Пустошь и сундук открыть, все. Сундук открыть, трофеи найдены. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Выживание? Зачем? Было нужно. Что? Что-то... Ого, их здесь. А ты думала, это первая волна. Так, пожалуй, самое время перейти на гранатомет. Купила гранатомет? Да. Неплохо. Клифф рядом, мне написали. Ищи так, его. Я нашел глифф. Какой? Кузница, глифф найден. Ну, еще остальные в том же районе, они все очень рядом расположены. Ищи, говорит, остальные. Бери, говорит, и ищи. Что ты искать не можешь? Из меня, Леночка, поисковик как? Велосипед катафалк. О, у меня же есть новое улучшение. Друг людей. Высокая вероятность, что грешники помогут вам во время боя. У сатаны было недостаточно времени, чтобы среагировать на войну, объявленную Гетом, потому что дома Изавель вела против него собственную войну. Я не люблю его! Ты думаешь, меня это интересует? Если ты начал вести себя как отец, то что-то будет. О, она милашка. You will marry that saint, and I won't hear another word. Это ж... I won't do it. Dun-dun. You think because you're my daughter, you think that you're above it all. But schemes are currently in motion. Your choice: be a wife or be a thrall. They say the devil's in the details. And I have some for you. Celestial light doesn't shine a ray here. Happy endings are through. You belong to me. I'm giving you away.
will not save you. My hand will be cruel if you disobey. You belong to me. Never. I'm sick of perdition, so tired. Девочка тоже поет. Not working, Kinsey. You don't know that, Johnny. I'm tearing this place apart, but Satan doesn't even seem to. We didn't come this far to fail. You think I'm giving up? We have one less place to go. What if it doesn't work? The bus is counting on us. You think I don't know? Они все поют. How do I burn down a city that's baptized in fire? How do I kill off an army that's dead? Time's slipping away now, and the best plan we've got is just put one inside Satan's head. If roles were reversed, God, I know they'd save me. But all my solutions involve murder sprees. You have to stay the course and kill without remorse. Yeah, that sounds fun, but what has that done? We're still where we stand. The day isn't over yet. Our sun's not begun to set. No matter how small the wings of a fly can create hurricanes. У тебя одна рука в демона превращается. У тебя тоже. У меня не настолько сильно. Hope. I feel hope. For the first time I've ever in my life. Gat is the name that cuts through my father. It waits up above. I know I'll be happy when I find love. I know I'll be happy when I find love. Это было мило. На этом у нас будет конец серии, вот. По-моему, это прекрасное место для того, чтобы закончить сегодняшнюю серию. В следующих сериях будет еще больше сумасшествия, я думаю. И мы, наверное, узнаем, кто же еще будет нашими союзниками в аду. Как ты думаешь, Лена? Я думаю, их будет еще как минимум двое. Да? Кого бы ты хотела видеть своим союзником в аду? Себя. Это Лена. Ну, кстати, вот такой ад мне, честно говоря, нравится. Там весело и клево. То есть Лена вот не против уже попасть в ад, наверное? Ну да, почему бы нет? Но с возможностью вернуться обратно, конечно. Ну, логично, да. Обязательно. Да. Ну что ж, мы надеемся, что вам понравился этот бред. До новых встреч.
обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Если вам понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы их все с удовольствием читаем, отвечаем вам. И вообще мы всегда рады с вами пообщаться. И если у вас есть предложения касательно того, во что мы бы нам еще поиграть, тоже пишите их. Мы обязательно все их прочитаем, выслушаем и наверняка даже сыграем в то, что вы предлагаете. Так что до новых встреч на канале, ну и не только. Пока. Пока-пока.